Сегодня мы собрались, чтобы отметить 40-летие нашего Павлика, улетевшего 27 лет назад к далекому созвездию Кассиопеи. Каждый год мы собираемся за этим столом. Мы стараемся сохранить здесь все так, как было, когда в этой комнате жил наш Павлик, теперь уже Павел Кондратьевич Козелков. Так что выпьем за удачу, чтобы она сопутствовала нашему Павлику всегда и во всем. Кто вы? Прошу простить мое столь неожиданное появление, но я счел своим долгом поздравить вашу семью с днем рождения Павла Кондратьевича Козелкова, первого пилота Зари. Простите, кто вы? Так-так, мне все ясно. А как бы это вам объяснить? Дело в том, что я исполняю особые обязанности во всей этой истории. Ну вот что, друг. Так сказать, и-о-о. Как? Исполняющий особые обязанности. По роду своей деятельности был довольно тесно связан со всем экипажем Зари, в частности, с вашим сыном, уважаемая Антонина, смелее. Смелее? Ну, вот видите, я осязаю, вполне материально, все в порядке. Уважаемая Антонина Алексеевна и Кондратий Пантелеймонович, поэтому не совсем понимаю, почему у вас здесь 40 свечей? Так потому что Павлику было 13, когда он улетел. Ну? Прошло 27 лет, 27 плюс 13. Какой наивный детский вывод. Посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13. 14. Всего-навсего 14, уважаемая Ирина Кондратьевна. Парадокс Эйнштейна. Что-что? Парадокс Эйнштейна, господи. Ну и что? У нас на Земле проходит 27 лет. Ну. Там проходит меньше года. Ну. Парадокс? Ну. Эйнштейна. Ну, а он при чем? Совершенно справедливо. Михаил Кондратьевич абсолютно прав. Парадокс Эйнштейна. Я позволю себе напомнить, что по замыслу руководителя экспедиции Виктора Даниловича Середы, команда формировалась из подростков не старше 14 лет. Тем, чтобы они могли достигнуть Кассиопеи в расцвете своих жизненных сил что-нибудь около 40 лет.
Но произошло невероятное событие. Корабль прорвался через гиперпространство и оказался у цели на 27 лет раньше предполагаемого... Срока! Совершенно справедливо. Парадоксом, конечно, ничего не поделаешь. О нем мы наслышаны с тех пор, как улетел наш Павлик. Но вот поверить в то, что Павлик младше Мишеньки, которому тогда было всего лишь 3 года. Извините, я никак не могу. Ну, женщина. Тем не менее, уважаемая Антонина Алексеевна, сегодня там или там, в глубинах космоса, вашему сыну исполнилось всего лишь навсего... 14! Парадокс. Слишком много соблазнов. А что если на природе? День рождения на природе. Собственной смоделированной природе. Позагораем, попоем, шашлычок сварганим, а? Я считаю, надо что-то более торжественное. Все-таки первый день рождения на корабле. Ну, хотя бы в каком-нибудь зале. Братцы, а давайте в его собственной квартире. Как на Земле. А что? Это идея. Отлично. Смоделируем Пашкину квартиру. Кстати, не забудь самоварчик и белого кота. Запиши. Записал. А тут у меня имеется кое-что и для звукового оформления. 3-4. Прошу! Будет, Мишенька, будет. А кисель? Кисель будет завтра. А мороженое? А мороженого не будет. Вы и так все крепите. Дети, кто взял мой журнал? Так, наверняка Пашка утащил. И к обеду опаздывает, как всегда. Где же Павлик? Я здесь! Почему? Мама! Папа! Люля, помоги мне нарезать хлеб и поставить на стол тарелки. Опять на столе валяются Пашкины гвозди. Ну, убери их. Федя, ты уж прости, что тебе приходится так. Поздравляю с днем рождения! Прости. Мы хотели как лучше. Глупая получилась шутка. Но ты не расстраивайся. Ты уже взрослый человек. Не взрослый. Не взрослый. Взрослый. Если бы ты остался на Земле, тебе было бы сейчас уже 40 лет. Старик, мы сейчас же здесь должны дать клятву, что никогда по отношению друг к другу не будем так шутить. Никогда не будем напоминать друг другу о доме. Том доме на Земле. Чтобы нам не было так мучительно больно. Чтобы эти воспоминания не расслабляли нашей воли. Клянусь. Клянусь. Клянусь не вспоминать. Клянусь. 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 Но это невозможно. Невозможно не вспоминать землю. Дом. Родных. Это самое дорогое, что у нас есть. Детство навсегда останется с нами здесь и на той планете, куда мы с вами летим. Как командир корабля от имени землян, на сегодняшний вечер освобождаю вас от этой клятвы. Интим, приветствую. Все для коллектива. Давай, ночь прошла. Ночь прошла. Будто прошла боль. Спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой. Там впереди долгий, как жизнь,
путь. Я возьму этот большой мир. Каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму память земных верст, буду плыть в белом густом льне. Там вдали, там возле синих звезд, солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир. Каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Двадцать семь лет тому назад космический корабль «Заря», что означает «звездолет», «ангеляционный», «релятивистский», «ядерный», стартовал с Земли в направлении звезды Альфа, созвездия Кассиопеи, иначе именуемой Шидар. Как вам известно, после того, как корабль вышел из района Солнечной системы, мы потеряли с ним связь. В течение 27 лет все попытки обнаружить корабль и связаться с ним были тщетны. И вот вчера вечером, в 18 часов 57 минут, нам не только удалось обнаружить корабль, но и провести с ним сеанс телевизионной связи. Все участники экспедиции здоровы. Все системы корабля работают нормально. Звездолет приближается к звезде Шидар, то есть к цели своего полета. То, что 27 лет назад было робким предположением, сегодня не вызывает никакого сомнения. Система звезды Шидар имеет планету, населенную разумными существами. Более того, нашей лаборатории удалось расшифровать сигналы, поступающие с этой планеты. Там произошла катастрофа, угрожающая уничтожением цивилизации. Характер происшедшего не ясен, но что-то угрожает мыслящим существам. Детский журнал «Пифайон». Мадам Окорокова, я хотел бы узнать, когда предполагается следующая связь со звездолетом. Я не могу ответить на ваш вопрос. Сегодняшнего сеанса связи мы ждали 27 лет. Вот она, Альфа Кассиопеи. Сигналы со второй планеты системы Альфа. Это, вероятно, те самые сигналы бедствия, о которых нас предупреждала Земля. Вот планета. Да чего же она похожа на нашу Землю? Ребята, а как вы думаете, где может быть сейчас наша Земля? Ну, я же не про дом спросила, а про Землю. Это одно и то же. Ну ладно, ну хотя приблизительно, где она сейчас? Да что вы, ребята, отсюда даже солнце не видно. Ну, приблизительно. Приблизительно? Там. Да. Но если исходить из кривизны пространства, там. Или там. Перестаньте дурачиться, мальчик. Внимание! Входим в сферу планетарного притяжения. Что нас ожидает на этой планете? Если бы знать хотя бы, кто подает сигналы. Мы-то думали, что прилетим сюда уже взрослыми. Чего вы скисли? Все нормально. Чем скорее прилетим, тем скорее улетим. Мудрец. Аристотель. Ну ладно, шутки в стороны. Все по своим рабочим местам. Миша, рассчитай параметр круговой орбиты. Учти плотность атмосферы. Проверь ручное управление. Так.
Неужели так трудно выбрать троих? Трудно. Я надеюсь, ты понимаешь, что лететь должен я. При любых обстоятельствах. Понимаю. Середа, надеюсь, ты понимаешь, что в любом случае с первой разведывательной капсулой к планете должна лететь я. Ну почему ты? Витя, я экзобиолог. И если предстоит встреча с какими-нибудь разумными существами на этой планете, то я обязана быть там первой. Да. Ты права, пожалуй. Спасибо. Отключись, Лоб. Витька еще думает. Витя, надеюсь, ты не дурак и понимаешь, что в любом случае должен лететь я. Почему ты? Спрашивайте, отвечаю. Во-первых, я единственный среди вас специалист по внеземным цивилизациям. Кто из вас отличит пульсирующего гомункулса от мерцательного спрутозала? Нет, никто, никто. Во-вторых, я изобрел неповторимый клей. Моя находчивость также не повторима. Заблокируй его. Витя, надеемся, ты понимаешь... Ладно, ребята, идите. Я должен еще раз все хорошенько обдумать. Есть, командир. Только не советуйся с компьютером. У него с ним испорченные отношения. Ты должна быть очень красивой, вступая на чужую планету. Какая ты счастливая, Варенька. Я была уверена, что Витька тебя не пошлет. Кого угодно, но только не тебя. Это еще почему, девочка? Ты прекрасно знаешь, как он к тебе относится. Еще в четвертом классе он стащил твою фотографию. Не стащил, а я ему подарила. И не в четвертом, а в пятом. Ну хорошо, хорошо, не стащил, не стащил. Юлька права, ты счастливая. Если бы на меня Мишка посмотрел хоть раз, так как на тебя Витька смотрит каждый день, я бы, наверное, обалдела от счастья. Не знаю. Мне больше нравятся люди, которые вида не подают, что у них там внутри творится. Потому что ты сама скрытная. От меня ничего не скроешь, у меня на носу очки. Ну ладно, девочки, мы не на земле. На земле, не на земле, я все равно ничего скрыть не могу. У меня все на лице написано, и он все это прекрасно видит. А смотрит только на тебя. Оружие у каждого в закрепленных карманах. Спасибо. И здесь Кутейщиков опаздывает. Идет, идет уже. Ну, счастливо. Счастливо. Счастливо, счастливо. Я лечу. Я назову ее Варианной. Кого? Эту планету. Почему Варианной? Варя, Вариан, ты же первая вступаешь на нее. Не я одна. В общем, называй как хочешь. Хоть и Юлиана, мне это безразлично. Счастливо. Счастливо. Как у вас? У нас все отлично. Счастливо. Паша, вы уходите из зоны видимости. Выйдем на связь через 55 минут. Что это? Какие-то волчки. Это не волчки. Перед нами редкий случай веретенообразной цивилизации. Сооружения указывают на то, что планеты населяют шестиногие, восьмикрылые стрекозы. Между прочим, ничего смешного в этом нет.
Чего вы молчите? Вы же здесь первые люди на этой планете. Здесь еще не ступала нога человека. Вы здесь первые, первые! Опять ты лоб все испортил. Ну а чего я-то? Ага-га! Какое странное эхо. Давай назовем эту планету Эхо. Хорошо звучит. Эхо! Эхо! Эту планету Витя уже назвал Варианной. Ну, Варианной так Варианной. Ух ты, а это что такое? Очевидно, это остатки цивилизации. Но откуда? А, это детеныши стрекозоида. Ну, они абсолютно безопасны. Ну, к тому же пробегают мимо. У тебя там ничего не отвалилось? Нет, пока ничего не отвалилось. А то, может, мой универсальный клей... Спасибо, клей не нужен. Ну, тогда я пробегусь. Куда? Туда. Ну, ладно, только быстрее. Ни на шаг не отходить друг от друга. Ну, а как же? Ну, ладно, беги, беги. Ага. Ты куда? В футбол поиграть. Ну, кроме шуток. Ему надо. Итак, мы достигли второй планеты системы Альфа-Кассиопеи. Предварительные данные об атмосферных параметрах подтвердились. О2 21%, H2 78%, CO2 1%. Все почти в пределах земной нормы. Ух, какой ветер. Перед нами явные признаки существования цивилизации, а следовательно, и мыслящих существ. Хотя все вокруг довольно пустынно, и вполне возможно, что мы опоздали. Одну минуточку, ребята, я только включу свой смыслоуловитель. Откуда вы? Я оттуда. Прилетел на ней. Сюда, к вам. Земля, мир, дружба. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. От себя ни на шаг. Ну, попадись он мне только. Что такое? Уже третий стол. Гибнущие цивилизации всегда рождали надгробные памятники. Где же Федька? Это просто свинство. Еще тратить время на его поиски. Мы должны выходить на связь. Вот он, голубчик. Перестань дурачиться. Спокойно, Варвара. Кажется, вступаем в контакт. Кто вы? Исполнители, следуйте за куда? Нами. Вершители ждут вас. Где же Федька? Опасности нет, ваш друг уже там. Главное не показывать недоверие. Незаметно веди репортаж. Мы входим в контакт с разумными. Это существа, очень похожие на человека, с головой, снабженной большим количеством металлических деталей. Средство общения свист. Человеческое ухо не...
находимся в небольшом белом сферическом помещении. Странно. Профилактическая камера. Стены что-то вроде нашего пенопласта или асбеста. Воздух в помещении не имеет никакого запаха. Какая глубокая тишина. Все бело, как в Юлькиной больнице. Ловушка? Ловушка для дураков. Внимание! Я материк, вызываю остров, остров, остров. Ребята, вы меня слышите? Варя, Паша, Федя. Варя, Паша, Федя. Они покинули капсулу 5 часов назад. Они не вышли на связь в установленное время. Они вообще исчезли с поверхности планеты. Слева по борту искусственное тело. Слушай, оно к нам приближается. Мальчики! Вот оно, цивилизация. Подождите, радуйтесь. Делать, Витя. Катя, дай конфету. Ну? Что будем делать, командир? Включая защитную систему. Не нервничай. Необходимость автоматика сработает и без нас. Только вот кто окажется сильнее? Мы? Я думаю, мы не должны показывать им своего недоверия. А пушка? Это что-то совсем иное. Я выйду в демонстрационную камеру. Хорошо. Постарайся не принимать крайних мер. Включи сигнал доброжелательства. Счастливо. Такие же, как и мы. Я всегда была в этом уверена. Если в космосе есть разумные существа, они могут быть только такими, как мы. Это недоказуемо. Ты всегда споришь против очевидных фактов. Солнечной системы, с планеты Земля. Зачем прилетели к нам? Вы просили о помощи. Мы о помощи не просили. Просили, мы приняли ваши сигналы. Сигналы были не наши. Как это не ваши? Не наши. Мы искали во Вселенной разумных. Мыслящих, живых. Живые? Живые.
и хотим пить. Для этого вам предоставлен ключ управления, вставленный в нишу. Чтобы вы не пользовались вашими примитивными приборами как средством общения, переходим на ваш речевой код. Вот это да. Все для счастья живого. Вы хотите быть счастливыми? Что за вопрос, конечно. Еще бы. Вы будете счастливыми. Мы сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Странно. Что странно? Все странно. Почему они говорят, что не просили о помощи? Кто же подавал сигналы? Или мы ошиблись? Что это значит сделать нас счастливыми? А я и так счастливая. Счастливая? А они сделают тебя еще счастливее. Я не хочу, чтобы меня делали счастливой. Счастья надо добиваться самому. Ай! В чем дело? Где кресло? По-моему, это сделал я. А ну-ка, дай сюда. Система дистанционного управления. Это наша планета. Это сад Земли. Земля кормит нас, поит нас. Вообще мы существуем в этой среде. Двигаемся, дышим. Но это лишь крошечная модель одного из уголков нашей планеты. Это цветы, из которых потом будут вкусные плоды. Плоды мы называем яблоки, вишни, груши. Прошу вас. Посылая нас в такой далекий путь, люди Земли создали это помещение, в котором мы могли бы моделировать дорогие нам места, что остались на Земле. И назвали это помещение сюрпризом. Мы бы хотели знать ваш алфавит. Пожалуйста. Состав. Пожалуйста. Абака, абит, абзац, абитуриент, абориген, абрикос, абракадабра, абсе. Ёлки-палки. Усвоили. Усвоили. Благодарим вас. Прошу садиться. Мы рады видеть братьев по разуму. Теперь мы расскажем вам о нашей планете. Так выглядела наша планета 250 лет назад. Мы были счастливы и искали новые пути развития. Творческий труд приносил нам радость. Величайшим созданием наших ученых стал биотехнический робот-исполнитель, который освободил нас от примитивных трудовых процессов. Вслед за роботом-исполнителем был создан робот-вершитель, который был способен не только управлять исполнителями, но и совершенствовать их. Но роботы-вершители решили улучшить и нас, живых. Они считали, что полное счастье нам мешают обрести муки творчества, чувство неудовлетворенности с собой, сострадание к другим, доброта, совесть. Они решили лишить нас этих качеств. Мы не хотели такого счастья. Мы начали бороться. Но было уже поздно. Все, что вы видите, этого уже нет. Остались только картинки.
На последнем этапе этой планетарной трагедии роботовершители проявили страшное коварство. Они создали зов. Такое жуткое, чарующее сочетание звуков, услышав которое, даже самые сильные из нас теряли волю и покорно шли на пункты, где их превращали в счастливых, бессмысленных, самодовольных существ. Абсолютно счастливые проживали остаток своей жизни бесцельно, не оставляя после себя потомства, потому что они были лишены и чувства любви. Сейчас на нашей планете нет ни одного живого существа. А как же вы уцелели? Незадолго до катастрофы наши ученые создали и вывели на орбиту космическую радиообсерваторию. Мы потомки тех, кто находился на ней и оказался недосягаем для роботов. Наша обсерватория не может уйти со своей орбиты. Мы вынуждены вечно летать вокруг планеты, которая больше не принадлежит нам. 250 лет мы посылаем сигналы бедствия, и мы счастливы, что вы услышали нас. Запах. Там, на вашей планете, трое наших товарищей. Они погибнут. Если у них окажется ключ управления, мы постараемся помочь вам увидеть друг друга. Квадрат А739-12-. Квадрат А739-13-, Сергей Сергеевич. Квадрат А739-14-. Минус. Нужны другие решения. Необходимо искать что-то новое. Ищем, Сергей Сергеевич. Но мы пока, к сожалению, не располагаем энергии, необходимой для преодоления таких расстояний. Это я и без вас прекрасно понимаю. Я прошу вы простить меня, что я так бесцеремонно вступаю в вашу беседу. Но мне искренне хочется быть вам полезным, поскольку я располагаю некоторыми возможностями, правда, может быть, не совсем научного характера. Не совсем научного характера? Не совсем научного в свете сегодняшнего дня. Я хотел бы предложить свои услуги для того, чтобы связаться со звездолетом Заря. Как? Когда? Сейчас. Прошу вас. Началось. Козерог, Кабалевский, Кентавр, Крючков, Кристалинский, Кассиопея. Вот она, Кассиопея. 5-5-5-6-6-6-7-7-7. Нет ли у вас какого-нибудь металлического предмета средней величины? Нет. Подойдет? Что это? Первый контакт человека с инопланетной цивилизацией. Жители Варианы. А где же ребята? Витя? Витя? Вот он. Виктор Данилович Середа. Простите, у вас крепкий табак. Ну, это пока все, на что я способен. Обратной связи я пока не владею. Но думаю, ищу, исследую, надеюсь. Чертовщина. Малиновую попробую, что-то вроде нашего манго. Попробуем, попробуем твою манго. Сила. Ну? Оп. Привет. Привет, привет. Оп. Вот и манго. Мы ожидали разрушенную цивилизацию, а тут...
Ого-го. Фи, твоя манго, настоящие красные чернила. Интересно, откуда берутся эти рогатые колбочки? Ну, хоть сейчас не задавай вопросов, прошу тебя. Тут же дыра, занятно. Элементарное действие силового поля. Желтое попробуйте. Что-то вроде нашей клубники с шоколадом. Остров, остров, я материк, я материк. Ребята, вы меня слышите? Слышим. Паша, 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 если у вас есть ключ управления, скорее совместите верхнюю желтую пластину с красной, и мы увидим друг друга. Скорее, Паша! Скорее, Паша! Остров! Остров! Я материк! Я материк! Ребята, вам угрожает опасность! Вас окружают роботы! Немедленно возвращайтесь к капсуле на корабль! Для этого вставьте ключ управления в нишу, которая должна находиться в вашем помещении. Повернитесь на полоборота в верхние пластины ключа управления, соединив зеленую и красную пластины. Вас обманывают. Опасность вам не угрожает. Мы сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Все это, братцы, ерунда. Витька просто паникует. Ему завидно. Нет. Он не паникует. Витька зря пугать не станет. Роботы. Ну что ты? Мы должны уходить. За мной. Приветик, роботы. Опасно. Опасно. Варька, поторопись, ты где там застряла? Задраивай люк. Включаю двигатели. Скорей, скорей, Варвара. Ну что стоишь? Ребята, может, не полетим? Что? Тебе что, Кудейщикова, жизнь надоела? Нет, мне жизнь не надоела. Но, ребята, здесь только загадок. А мы сбегаем, так ничего и не поняв. Неужели вы не хотите узнать? Если это и вправду роботы, то почему они так похожи на живых, на людей? Это античеловечно. А все остальное? Эти шары и средства передвижения, да и вся цивилизация. Мы встретили то, к чему стремились. И сразу струсили, сразу удираем. Связать ее, что ли? Да у меня приказ Середы. А что сделал бы Середа, если бы оказался здесь, здесь, на нашем месте? Он остался бы. С ума сошла. Я остаюсь. А, дура, у тебя даже нет ключа управления, чтобы остаться! Влипли. Паша, давай оружие. Оружия нет. Как нет? Стащили, гады. Дайте нам ключ. Нельзя. Мы хотим пить и есть. Нельзя. Нельзя, нельзя. А что можно? Ничего нельзя. Вы теперь не гости, вы пленники. Ах, пленники! На время моего отсутствия командование кораблем передается тебе. Каждый час, два часа, три часа мы на связи. Будь предельно внимателен. Есть. Мой сын Агапит будет вашим проводником. Он постарается помочь вам найти ваших товарищей.
но берегите его от коварного зова роботов. Помните, он перед ним бессилен. Прощай. Скоро ты увидишь нашу родную планету. Это большое счастье, за которое ты, быть может, заплатишь своей жизнью. Но мы должны сделать все для людей с планеты Земля, которые прилетели помочь нам. Я желаю осуществить вам ваш дерзкий план. Прощайте. До свидания. Мы будем ждать вас. Мы остались вдвоем. Ты, кажется, огорчен этим. Я огорчен не этим. Все улетели. Все, кроме меня. И меня? Кто-то должен был остаться на корабле? Во всяком случае, там я был бы полезнее, чем другие. Почему Витька не взял меня? Ты это меня спрашиваешь или себя? Ну, тебя. Ты обладаешь уникальной памятью. Ты безупречен в обращении с техникой. Но когда дело касается людей, ты... Ну, договаривай. Ты становишься глухим и бесчувственным. В ситуациях, которые нам предлагает космос, Катюша, вряд ли можно полагаться на чувства. А тебе не приходится выбирать. Ты ведь лишен способности что-нибудь чувствовать. Ты «Воскресенье» Льва Толстого читал? Да. Издание 25-е, 43-я страница. Сверху, второй абзац. Читай. Как только Катюша входила в комнату или даже издалека Нехлюда видела ее белый фартук, ты все для него как бы освещала солнцем. Ага. Ну что, профессор Кутейщиков? Что ж вы не изучаете свою загадочную планету? Молчишь. Так я могу тебе все объяснить. Стрекозоиды бывают трех типов. Червеобразные стрекозоиды, человекообразные стрекозоиды и, наконец, стрекозоиды стрекообразные. Мы столкнулись с типичными представителями стрекозоида человекообразного. Но ты же не знаешь, как с ними бороться. Они непобедимы. Угу. Варька, ты что? Можно задать вам несколько вопросов? Нельзя. Задавайте. Сколько будет 9 и 7? Это элементарно. 63. Чему равен квадрат гипотенузы? Это тоже элементарно. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Они знают все. Еще вопрос. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Что осталось на трубе? Ой, мамочка, выгорели. Паш, бери скорее у них ключ, бежим. Не фурычит, перегорели. Я ошибся, это не стрекозоиды, это роботы. Да, Федька, это роботы. Ну что, Паш? У них нет ключа. Не фурычит. И никакой связи с кораблем. Агапит, мы спешим. Агапит, мы спешим. Они были здесь. Я был здесь, Лоб. Федька. Они пытались вступить в контакт. Агапит, что это за столб? Это лифтовый столб. Средство передвижения по нашей планете. Верхом, что ли? А как же? Извини, я пошутил. И мы можем добраться до них? Да. Только где они? Думай, Агапит, думай.
вот они. Вы живы? Витька, Витенька. Братцы, бежим отсюда скорее. Юлька, кто это? Это Агапит. Вы их укокошили. Это Варька. Роботы-исполнители непобедимы. Живые с планеты Земля, мы рады приветствовать всех вас. Сейчас вы будете направлены на пункт осчастливливания, и через 2 часа земного времени вы будете абсолютно счастливыми, счастливыми, счастливыми. Это роботы-вершители. Командир, мы должны спешить. Вперед, Кудейщикова, Лобанов, Козелков. Туда? Нет, туда. Стойте! Это зов роботов! Агапит, стой, это же зов роботов, ты погибнешь! Остановись! Не мешай мне, я должен идти, меня зовут! Куда идут? Смываться надо! Он что, спятил, что ли? Ничего себе, нашел вроде здоровое. Надо спасать Агапита. Если б я знал как. Пап. Идите за ним, и вы будете счастливы. Исполнители вас проводят. Идите за ними. Мы сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Сюда, здесь нет никого. Вернитесь, и вы будете счастливы. Будете счастливы. Вернитесь, и вы будете. Вот это да. Здорово. Молодчина. Молодец. Надо разбираться в этих проклятых роботах. Узнать, как они действуют, как с ними бороться. Без Агапита не обойтись. Куда они его запрятали? Мы должны обязательно найти Агапита. Иначе нам вообще отсюда не выбраться. Не паникуй. А что, если замаскироваться под роботов? Как? У нас есть оружие. А и Б. Не поможет. Поможет. Ты куда? Пусть попытает счастье. Только быстрее. Это не моя голова. Опять механик перепутал. Ну да, не моя. Вот моя. Вот моя. Махнемся? Махнемся. Что-то туго идет. Туго? Значит, точно моя. Задаю вопрос. Минутку. Задавайте. А и Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
Ой, ну ты что, так можно удушить? Потерпи. Ну как? Вылитые роботы. Взгляни на себя. Ну и вид. На. Оставь, еще понадобится. Спасибо. Ну что, двинулись? Да. Если через 30 минут нас не будет, пробирайтесь к капсуле и держите ее наготове. В случае опасности возвращайтесь на корабль. Мы вас дождемся. Это мой приказ, понимаешь? Приказ. Вчера 376 опоздал, все, законсервировали. Эй, темнота! Желтый только по понедельникам. Увидь, кто греха не оберешься. Синий! Синий не трогай, сгоришь. Ой, ребята, что-то не нравитесь вы мне. Видно, что-то с блоком памяти не в порядке. Шутка? Шутка. Слушай, а куда этого живого запихали? А, на 507 этаже. Счастье дожидается. Код ключа-то черно-белый. Третьего звонка, чтоб долго не дают. Проголодался ужасно. Сейчас быстрее к лифтовому столбу. Ух, хорошо! 71 парсек и никаких стрекозоидов. Гапит. Он же совсем как человек. Руки, ноги, голова. Найдут его ребята или нет? А девочки? Спят. Еще бы. 28 часов не спали. Я мужчина, и то спать хочется. Если нам пойти за этим дымком, он ведь приведет нас туда, где эти гады прячут агапит. Сделаем вид, будто бы подействовала эта их музычка. А девочки, неплохая идея, а? Догадается Витя? Нет, не догадается. Что ж делать, а? Черти, где девчонки?
там спят, а вы что? Исполнителям туда запрещается, когда там вершители. Что делать? Вот стоим и думаем. Вот что, выводи Агапита, мы будем ждать здесь. Как? Как меня выводил с контрольной за шпаргалкой. Понял. Пошел. Мы рады видеть вас. Садитесь, где вам удобно. Скоро вы станете абсолютно счастливым. Я пришел за тобой. Ты что, забыл, зачем спустился на землю своих предков? А это ты. Как хорошо. Да, нервишки у вас никудышные. Если эта музычка на тебя так действует. Я ничего не могу с собой сделать. Сейчас мы поднимемся и выйдем. Зачем? Кретин, за тебя погибнут люди. Сейчас мы поднимемся и выйдем. Возможно, ты только молчи, делай то же, что и я. Встали. Мой живот, мой живот болит. Нельзя, отсюда выходят только счастливые. Понимаю, но вы забываете, что мы живы, нам надо. Недостаток конструкции. Пища не та. Идите исполнителям проводить. Ой. Откуда роботы получают энергию? С зарядной станции на берегу океана. Как найти станцию? Я покажу. Так, сюда. Сейчас скорее за девчонками наверх капсуле. На ней к зарядной станции. Осторожно. Что вы с ними сделали? Они живые? Живые спят. Посторонись. Ты что? Мы не можем оставлять девчонок одних. Идем за ними. А что делать с Агапитом, зарядной станцией? Братцы, мы сейчас не сможем спасти девчонок. Они спят. Я останусь. Они проснутся, и мы попробуем смыться. У нас в распоряжении полтора часа. Оставайся. Переключи смыслоуловитель на внешнюю связь. Есть. Агапит, веди нас в капсуле. Теперь вся надежда на нашу капсулу. И на наши А и Б. Нужно найти лифтовый столб. Где он может быть? Где-то тут. Вот он. Снимаем костюмы, маскарад окончен. Фиксирую к ликвидации склонность к состраданию, склонность к совести, аппендицит, чувство неудовлетворенности собой, склонность к доброте, склонность к любви, склонность к труду, склонность к дерзанию. Чего вы стоите? Мы не можем вырваться. Нас что-то держит. Где второй? Ему нужно еще немного побыть. Там. Индивидуальный недостаток конструкции. Очевидно. Сядьте на место. Варька, давай наши А и Б. Разрешите задать вопрос? Задавайте. А и Б сидели на трубе, а упала, Б пропала. Что осталось на трубе? Осталась ваша буква И. Через 30 минут земного времени вас не будут волновать никакие вопросы. Смотрите только перед собой. Агапит, мы здесь никогда не были. Где наша капсула?
Вот океан, а место не то. Я, очевидно, перепутал сочетание пластин. На меня еще действовал зов роботов. Так, что делать? Колыбельная. Ее пела моя мама. Что вы делаете? Я робот-нянька. У меня устаревшая конструкция. До сих пор не удален блок нежности. И вот уже 200 лет я качаю эту колыбель. Нас осталось всего двое дефектных. Я и 739-й. Такую машину я видел на картинках. Она должна двигаться. Я 200 лет жду вас. Я робот-механик. Машина в полном порядке. Нажмите кнопку. Влезайте. Скорее, Габит, скорее. Не мешай. Цветовая гамма зарядной станции состоит из трех сочетаний. Снизу вверх. Желтый, зеленый, синий, красный. Желтый, зеленый. Теперь машина сама доставит нас к цели. Так почему же она не двигается? Движение белая пластина. Помоги закрыть. Вы помогли живым. Вы будете демонтированы. Роботы биологические, биохимические, механические. Роботы кремниевые, электростатические. Не то. Средство уничтожения. Энергетическая блокада, парагенетическое воздействие. Все. Варенька, мне страшно. Мне страшно, Варенька. Неужели мальчики не смогут нас спасти? Опасность первой степени. Живые угрожают. Все, что горит, должно быть сожжено. Вот она, зарядная станция! В чем дело? Куда вы пропали? Миша, не задавай глупых вопросов, у меня 2 минуты. Мы в страшной опасности. Радиосвязь с кораблем блокирована роботами. Возможность связи только этот шар вершителей.
Борьба с этими роботами описана Бодягиным. Ты читал «Танцующую королеву». Ты должен вспомнить страницу, где об этом подробно написано. Мишка, ты долго думаешь. И тогда командор приказал по системе дальней связи немедленно всем рабочим роботам снять их наушники. И те, выполнив команду, сняли наушники. И, перестав слышать приказы, выбыли из этой страшной игры. Ага, вскричал командор. Теперь примемся за главных и велел... Федька, берегись! Девчонки, держитесь, строй уже приклеились! А проклятые стрекозоиды всех вы вас! Командир, скорее сюда! Вот вход в зарядную станцию. Держись. Мы в ловушке. Я не знаю пароль, нас уничтожат! Ложись! Бежим отсюда! Ложись! Сюда! Вся надежда только на вас. Я приклеил трех вершителей, но это бесполезно. Если вы не поможете, нам полная хана. Через несколько минут девчонки погибнут. Скорее, скорее, Витя! Варька, придумай что-нибудь еще! Тем исполнителям немедленно прибыть на 1001 этаж зарядной станции, живых уничтожить. Сюда входили только в скафандрах. Здесь можно быть очень недолго. Просто, элементарно и непонятно. Нужен сигнал на подзарядку роботов. Это надписи? Да. Внешний комплекс, внутренний комплекс. Скорее, Гапит, скорее. Промышленный комплекс. Не то! Транспорт, силовое поле, усиление, уменьшение. Сигнал подзарядки! Энергия исполнителей, энергия вершителей. Код ключа... Желтый, зеленый, синий. Пашка, тебе это не напоминает ядерный реактор? С выдвижением стержня увеличивается энергия. Напоминает. Напоминает. Всех выведем из строя к чертям собачьим. Зарядка 2 минуты. Потом энергия автоматически отключается. Защитная автоблокировка не даст роботам перегореть. Как ее отключить? Не знаю. Как? Thank you.
Ключ не выдержал. Он испарился. Эх, если бы сейчас... Нужен металлический стержень. Что? Стальной. Гвоздь. Бежим! Вы спасены, все кроме нас перегорели. Нас готовили к консервации и временно заменили блок зарядки на аккумулятор. Мы дефектные, мы Ура! Ваши друзья. Ну вот вы и дома. Мы счастливы за вас. Берегите вашу планету. Мы не будем столь беспечны, какими были наши предки. А роботы станут нашими добрыми помощниками, верно? А у тебя стали расти волосы. Ты совсем большой. Мы ваши друзья. Мы подлежим консервации. Мы ваши понял, друзья. Понял. Мы дефектные. Пойди другим расскажи. Ну им расскажи. Мы подлежим консервации. Я тебя уже голова болит. Мы дефектные. Ты останешься наконец или нет? Спасибо. Кто это написал? Ну, предположим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 13! Вы делаете успех, уважаемая Екатерина Сергеевна. Как вы сюда попали? Долг службы. Как вы сохранились? Нет, долг это службы. На чем вы прилетели? Долг службы. Неужели это вы? По долгу службы я. Да, не пора ли на землю?